Всем привет! Представьте ситуацию, вам необходимо снять размеры в глубине какой-то заготовки или предмета. Если мы попытаемся это сделать, то обнаружим, что лента рулетки неплотно прилегает к углу, заламывается, и, соответственно, снять точный размер у нас не получится. В этой ситуации можно воспользоваться одной хитростью. Берем штангенциркуль и замеряем ширину рулетки. У меня получилось 7 сантиметров. Запоминаем эти показания. Теперь берем рулетку и приставляем заднюю ее часть к одной стенке измеряемого объекта, а ленту тянем к другой стенке. Снимаем показания до места, откуда выходит лента рулетки. У меня получилось 23 сантиметра. Теперь мы знаем, что ширина рулетки составляет 7 сантиметров. 23 плюс 7 получается 30 сантиметров. Сверху у нас тоже получается 30 сантиметров. Вот таким простым способом при помощи обычной рулетки можно достаточно точно снять размеры. На этом все. Если видео было полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и всем пока.